больше 500 лет назад, значит, 12 на 24 июня 1812 года началось то самое событие, ради которого мы собрались здесь. Началась новая война, которая в России вскоре будет названа Отечеством. Мир не был так уж спокойный в 1812 году. Ведь меньше чем за месяц до начала вторжения наполеонских войск в пределы Российской империи удалось совершить Бухарестский мир в многолетнюю войну с Турцией. Однако продолжалась война России с Персией, которая завершится лишь на следующий 13-й год. Продолжались и другие войны. В разгаре была начавшаяся в 1803 году война между Францией и Великобританией. Причем с 1808 года военные действия между двумя противниками перешли, как мы сказали, в активную стадию, так как на Пиренейском полуострове перешивала национально-освободительная борьба восставших против наполеонского господства испанцев. Британская армия, пришедшая к ним на помощь, сражалась прямо с французами. С 1807 года шла война между Великобританией и Данией, но она сводилась как дымным стычкам на море. Как ни парадоксально, на этот день, на 12-24 июля, 12 по старому стилю, 24 по новому, существовало состояние войны между Россией и Великобританией с 1807 года и между Швецией и Великобританией с 1810 года. Но с апреля 1812 года сначала в Стокгольме, Швеция, потом в Вайнбурге, провинциальный шведский город, в глубочайшей Италии шли трехсторонние переговоры о заключении некоторых союзных договоров, и таковые будут подписаны только 18 июля 1812 года. Что же еще происходило в мире в 1812 году? И почему это дает нам основание говорить о том, что начавшаяся в июне Отечественная война стала без привлечения событий номер один мирового значения? Ну, природа тоже не забывала человечество. В 12-й год констатируются три природные катастрофы, но уже в новом веке. Два землетрясения в центре Соединенных Штатов до Миссисипи, а 26 марта 2012 года мощное землетрясение разрушило город Каракас, Венесуэлу, и стоило это 12 тысяч жизней. 30 апреля 1812 года Луизиана стала 18-м штатом североамериканских Соединенных Штатов, а буквально за неделю до начала Отечественной войны, 18 июня, началась война между Соединенными Штатами и Великобританией. В это время бушевала Латинская Америка, где с 1810 года разгоралась национально-освободительная борьба от Мексики до Чили, причем борьба эта шла с переменным успехом. В Венесуэле повстанцы в 12 году терпели временную неудачу, капитуляция Миранды. А в Мексике 25 июля повстанцы под руководством священника Морелоса заняли штат Пуатро. Происходили события в Китае, где назревало мощное новое восстание религиозной секты «Небесный разум», вспыхнувшее на следующий год и жесточайшим образом подавленное правительственным войскам. То же самое происходило и в соседней с Китаем Корее, где экономические проблемы и голод вызвали мощное крестьянское восстание в провинции Пхеньян, также жестоко подавленное коммунистами войскам. Очень любопытные события происходили в 2012 году в культуре. 13 апреля 1812 года Людвиг ван Бетховен завершил свою седьмую симфонию. И в том же 2012 году знаменитый швейцарский востоковед Иоганн Людвиг Бурков, путешествующий по Ближнему Востоку, открыл древний город Петра, столицу Иудеи, позже столицу Ипатийского царства, которая стала знаменитой уже в 20 веке. В 2007 году, хочу напомнить, Петра была избрана одним из новых семи чудес света. В 2012 году на свет появились некоторые выдающиеся люди, очень известные. Так, например, появилось два человека, которые связаны с именем нашего великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. По-разному. 8 сентября по пустилу, в поместье Кориан, там Пустубер, родилась Наталья Николаевна Гончарова. А до этого, 5 февраля 1812 года, в городе Кальмар, Верхний Рейн, Франции, родился никто иной, как Жорж Дантес, пули которого погиб наш великий поэт. В 12 году родились классики мировой литературы русского писателя Иван Александрович Гончаров и Чарльз Диккенс. Вот что к июню 1812 года почти вся Европа, кроме, собственно, Франции, в границах 1792 года оказались под непосредственным или косвенным контролем Наполеона. Ряд нефранцузских территорий
соответственно, в состав Ивгения, это бывшие австрийские Нидерланды, потом стал Бельгией. Это Нидерланды, в 1795 году соединенные провинции, один их назвал Батавская республика, Голландская королевство. Западно-германские территории были уделены по рейду. Северо-германские территории включают так называемые ганзейские города, Гамбург, Любек, Бремен. Территории северо-западной и западной Италии, Ливорно, Рим, Флоренция и другие. И даже Иллирийские провинции, Хорватия. И, наконец, последнее присоединение Наполеона, это Каталония, которая была присоединена к империи в начале 1812 года. Что еще оставалось от Европы? Это формально самостоятельное итальянское королевство, территория на севере и востоке Апеннинского полуострова. Но здесь королем был сам Наполеон Бонапарт, управлялось королевством по его пасынку Евгением Богородым. Это государство находится в прямой вассальной зависимости лично от Наполеона, Раинский союз, конфедерационный Ливан, включавший ряд германских государств, Наполеон здесь был протектором, и Швейцарская конфедерация, где Наполеон был медиатором. Существовали формально независимые королевства, но на троне которых сидели родственники Наполеона. Это Испания, где королем был Жозеф Бонапарт, и Неаполитанское королевство, на троне которого сидел маршал Эрхин Граф, женатый на сестре Наполеона. Существовало любопытное государственное образование, так называемое Варшавское герцогство. На герцогском Варшавском был король Саксонии, вассал и союзник Наполеона. Независимо, формально независимо от Наполеона были государства, претерпевшие от него жесточайшие поражения, но фактически зависимо от него, это Австрийская империя и Пруссия, которые с крепко сердца подписали союзные договора и принимали активное участие на стороне Наполеона в войне 13-го года. Особое положение занимали страны Северной Европы. Дания, которая находилась в состоянии войны с Великобританией, и в союзе с Францией с 1807 года, в марте 1812 года заключила новую союзную конвенцию с Наполеоном. Здесь не хочется развить одну неточность, которая часто встречается в исторических работах. Иногда приводится утверждение, что в состав Великобритании входило 10 тысяч датчан. Но это не так недоразумение. По датско-французскому союзному договору, подписанному в Париже 7 марта 1812 года, Дания обязалась предоставить Наполеону 10-тысячный корпус, но не для войны с Россией, а для охраны северогерманской земли на Дунае, Дерзее и Устюг-Одере от возможной высадки, но не более того. Дания не выступила против России, сохраняла нейтралитет и поддерживала с Россией дипломатические отношения. И только в 1813 году, после сложнейшей дипломатической войны в начале лета, Дания окончательно целый ряд мотив сделала свой выбор в пользу Наполеон, за что и больше довольно жестоко поплатилось. Из западноевропейских стран только Швеция фактически была свободна от контроля Наполеона, хотя во главе страны с конца 1810 года стоял бывший наполеоновский маршал Жан-Батист Жюль Бернадот, почти шведского наследного принца Карла Юхана. 17 ноября 1810 года Швеция была в состоянии войны с Великобританией, но эта война оставалась на уровне внимания. Кстати, первым ударом грома, начинающимся в 12 году бунт, был предпринят по приказу Наполеона под предлогом борьбы с контрабандой, захват шведской Померании и острова Лиген, единственное оставшихся у Швеции владений после 30-летней войны. Я бы сказал, что было и испанское королевство, где сыграли на троне Наполеона Жозеф Бонапарт, но Испания была не покоренной территорией. На территории Пернинского полуострова шли военные действия, в которых против наполеоновских войск воевали как испанские войска и гвардейцы, партизаны, так и регулярные части британской армии и командования Вильгельма. Великая армия Наполеона, создана в 1711 году на тоне российской кампании, насчитывала примерно 600 тысяч человек, из них половина известна французов, остальные бельгийцы, голландцы, французы, считались подданными императорами. Кроме того, 95 тысяч поляков, 25 тысяч итальянцев, 24 тысячи баварцев, 20 тысяч саксонцев, 17 тысяч испанцев, и другие. В том числе 3,5 тысячи хорватов, набранных в Ливийской провинции. Обычно состав Великой армии включает 20 тысяч прусаков, 35 тысяч австрийцев, но последние действия самостоятельно в оперативном отношении. Что же себя представляло в этот момент накануне нападения на Россию и Европу? Сначала во Франции, а затем во всем по мере завоевания Соединенных империй не французских территорий и вассальных государств
Европы, Наполеон разрушает старую, уже отжившую форму, строил алтернативную систему, свою систему, которую можно было бы назвать еще и словом систему протототалитаризма с возрождением неоцентризма или бонапартизма. Это вся власть, которая в руках одного человека, построена довольно жестко, по крайней мере, внешне до деталей. И возрождение Наполеона своеобразного такого неофеодализма. Это титул иного итальянства внутри Франции, для вассальной системы Лесовцев, французской империи. Для системы власти Наполеона, по мере развития, было характерно полное подавление ростков демократии и гражданских свобод, которые стали борьбаться в этой революции, превращение представителей органов в фикцию, уничтожение свободы слова через тотальный контроль над средствами массовой информации, полицейских контроль над всеми сторонами жизни, жестокое подавление любого удовольствия. И как мне кажется, на протяжении существования Наполеоновской империи шел процесс постепенной утраты, прогрессивности, того, что действительно были стали французской революции, и первые годы 90-е годы, и первые годы консульской режима, и нарастание его реакционности. Континентальная система полупротопических представлений самого императора, оценивается 17 века, не причинив Великобритании того ущерба, который рассчитывал Наполеон, нанесла и Франции, и европейским странам серьезную политическую роль. Прежде всего, был перекрыт доступ к технологическим инновациям, главным поставщиком которого была Великобритания, что вызвало задержку промышленной революции в Европе. Кроме того, колоссальные материальные, в частности финансовый ущерб для всей Европы, на место из огромных расходов и военных действий. Согласно подсчетам французского историка Пьера Бранда, чрезвычайно финансирование войны с 1803 до 1814 года стоило колоссальной суммы, примерно в 4 миллиардов франков, что тяжелым временем вложилось на плечи и французских и остальных европейцев. Происходил отрыв значительной части призываемого в армии мужского населения производительного труда. Огромная военная машина на Наполеоновской империи все больше становилась похожей на раковую опухоль, парализующую развитие и Франции, и других государств Европы, как союзных, точнее, сателлитов, так и противников. Серьезный ущерб и Франции, и Европы, и противников наносили огромные экономические, то есть людские потери постоянно были в тяжелом времени лежали на свете. В 1710 году все констатируют апогей Наполеоновской империи, но уже не были серьезные кризисные явления. Эта ситуация хорошо показана в трудах Тири Ленца, здесь присутствующих. Это была довольно сильная безработица в городах, неурожай, растущий некоммунизм и в самой Франции, так называемый старый департамент собственно Франции, и новый департамент, причем в состав империи, новый французский культур, и вассальные государства. И в 12-м году в Европе сложилась тупиковая ситуация. И фактически, кроме России, не было достаточно серьезной силы, которая могла бы противостоять Наполеону, который считался непобедимым и покончил своей экспансией. В Великобритании самый упорный противник наполеоновской Франции была не в состоянии собственным силам противостоять Наполеону. Огромный сильнейший в мире британский военно-морской флот мог без труда защитить остров и блокировать континент. Однако британская сухопутная армия фактически только рождала сражение Наполеонского острова, и лишь в 1715 году была заглавлена окончательная служба читать наполеоновские войска. Когда мы говорим о причинах войны 1812 года, то это серьезный культурный кризис Наполеоновской империи, рост недовольства, рост недовольства в армии, сильности и высшего офицерства. Были налицо признаки провала континентальной системы, рост контрабанды, коррупционности таможенных органов, необходимо вкладывать все больше сил в пресечение нелегальной торговли. И для Наполеона стало все более ясно, необходимость нейтрализовать Россию. Когда с 1710 года Тильзитский союз стал давать трещину, поскольку Александр Пер не собирался быть непосредственно элементом Наполеона. Непосредственным поводом построения отношений было введение в Россию в самом конце 50-го года нового таможенного тарифа и оккупация Ярцев Сахалинбург. Однако причины войны были гораздо глубже, и цели войны с обеих сторон были гораздо хуже. Александр Первый в своих нескольких письмах показал, чего хочет он и Россия в войне. В письме шведскому наследному принцу Карлу Юнгу, которого больше известен как Бахатон, Александр Первый написал, необходимо возродить либеральные идеи Европы, уберечь ее от варварства, в которое она быстро впадает, надеясь изменить мировоззрение людей во благо несчастного человечества, лежало с наблюдаемого,
есть он выставил в письме Штейне, известном для русского периода, в апреле 15 года. Решающие обстоятельства момента повлияли на всех мировоззрительных великих друзей человеческого и моральных людей. Речь идет о том, чтобы их спасти от варварства и рабства, которые готовятся их превратить. Наполеон хочет завершить порабощение Балтии, чтобы это достигнуть, ему нужно развить Россию. Эта война будет, вероятно, последняя, она решит спасение и гибель Европы. И то же самое мысль была повторена в письме принца Вильгельма Европы, уже после начала войны. Это последняя решительная борьба независимости против порабощения, либеральной войны против системы тирании. Как мы знаем, подготовка к войне началась не до 1860 года. Я не буду здесь говорить о ходе войны, здесь в таком экстракт в сообществе, пожалуй, на сегодняшний самом лучшем в мире, если собрать, конечно, здесь нет смысла говорить о том, что происходило в 1812 году. Но мне кажется, что надо подчеркнуть, что к войне готовились. Почему она началась в 1812 году? Что в 1811 году, когда всем было ясно, что война будет, ни та, ни другая сторона к войне готова еще не будет. В российских городах обсуждались перспективы войны, обсуждалась тактика наступательной или оборонительной, но в конце концов Александр стал склоняться к стратегической обороне. При этом не исключались удары в тыл Наполеона. С осени 2011 года обсуждался вопрос о совместном со шведами в Северной Германии, где эта выставка должна вызвать мощное антинаполеоновское восстание. Не исключались действия в Германии, куда через Балканы к Ливийским провинциям и через Европу по северной Италии и Швейцарии. Можно констатировать, что в Европе складывался своеобразный молодой антинаполеоновский фронт, включавший людей самых разных политических, подчас откровенно противоположной ориентации, революционно-радикальной, либерально-конституционной и консервативно-реставрационной. Готовый войну против России, Наполеон приказал нанести мощный удар своими ударами, поступавшими по чистке русским армии, разгромить и нанесать Александру I новый кризис. И не случайно, что эта война именовалась Второй Польской войной. Как ни раз Наполеон не намеревался вступать во внутреннюю Российскую империю, тем более идти в Москве. Но он учел, что это его вторжение вызвало отечественную войну русского народа, и фактически именно Россия навязала Наполеону иную стратегию, которая, конечно, шита на полную разгрому Италии. И это событие стало событием всемирного исторического значения. Поражение Наполеона в России, гибель Великобритании предопределили во многом последующие события в ходе освободительного года 13 начала 14-го, и это означало крах империи и Европейского господства в Европе. В этом огромное историческое значение европейское, даже мировое масштабы, имеет победа России в Отечественной войне 12-го года. Важнейшим следствием победы России стала дальнейшая эволюция Европы по пути экономической, социальной, политической, культурной модернизации, по пути развития национального государства, поскольку было установлено такое серьезное препятствие, как все более усиливающее, тормозящее влияние Наполеоновского господства. Созданный в результате разгрома Наполеоновской империи Венской системы международных отношений, созданный Конгресс, при всех ее недостатках и даже пороках, почти на 100 лет избавил европейский континент от мировых войн, и решающую роль сыграла победа России в Отечественной войне 1812 года. Спасибо.